Слышите? Начинает прям петь вовсю уже. Да, ты все, ты оперился? Смотрите, сколько здесь перьев. Ты пролинял? Сил набрался, да? Петь будешь мне теперь? Ну, правильно, пой, птичка, не стыдись. У нас замечательная сегодня погода. Всем доброе утро. Или добрый день, или что там у вас, добрый вечер. Вот, я уже позавтракала, клубничка моя растет. Скоро, скорее бы уже зацвела, чтобы я ее смогла полопать. Ой, что это тут отвалилось? Это, наверное, когда ветер был. Ой, упала. Упала. Я не виновата. Вот. Прохладненько так, 18 градусов. И я сейчас буду одеваться. Хотя полдесятого. И пойду с Чарли гулять. Ну, обычный, как говорится, у нас воскресное утро. Обычное воскресное утро. Утро, пора вставать. Ну так, я уже попробовала фунчозу, она нереально вкусная, бомбическая. Кстати, я вчера про нее вычитала, что при похудении ее тоже можно кушать, потому что она содержит всего 80 килокалорий. А так как я приготовила там с овощами, с минимальным количеством масла, я отложила себе пиалочку, вот такую маленькую, на завтра. Вообще у меня, знаете, какие планы? Но о планах я расскажу вам завтра. Планы в плане о моем питании. В общем, как-то так будем говорить с вами. Но сегодня у нас день будет не об этом. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. А как-то так, да. Но для начала переодеваемся. Идем сжигать жиры. На пляж поеду. Там, наверное, народу мало и будет замечательно. Не знаю, кофточку взять, не взять. Возьму на всякий пожарный. Это вот нормально. Чарли выбежал туда и там идет. А я специально зашла, чтобы он здесь по травке побегал. А он не захотел, он выбежал туда. И вот там бежит себе по тротуару. А я как дурак иду по травке. По ней не очень удобно идти. Так вот, где хочу, говорит, там и иду. Что-то ему не нравится уже в этом парке бегать. Я иду в такой этой, не знаю, как ее назвать, олимпийке. И, в общем, знаете, мне не жарко совершенно. Хоть и солнце греет. Как? Ну, придет у нас еще хорошая погода, придет. Поэтому это все, знаете, циклон вот этот, который какой-то там. На севере там вообще жесть, потому что он прям его там на них налетел. А нам вот отголоски вот такой вот прохладная погода. Потому что я помню, обычно купаемся до 15 сентября на море. Но вот в этом году вот так прохладненько. Ну, еще будет бабье лето. У нас лето 21 сентября только закончилось. Так что еще придут. Конечно, не такие жаркие деньки, но теплые, хорошие, осенние такие. Так что, ну, мне нравится такая погода. Сплю под любимым одеялком. Так что, все нормально. Как море за какую-то неделю сожрало пляж. То есть на той неделе, помните, я вровень шла по этому пляжу. Здесь каждый год вот так вот навозят сюда гальку, песок. И каждый год море все равно съедает, берет свое. Все пляжи в Испании бесплатны. Но вот эта зона, это отель, зона отеля. Там сколько-то метров бесплатно. Видите, когда-то был это асфальт. Море сожрало даже асфальт. И вот эта зона, это уже зона отеля. Это уже зона привада. Смотрите, как сожрало. А буквально, видите, мужчины там, буквально неделю назад все было ровненько. А этому по барабану. Какая зона.
общее. Платное, бесплатное. Он захотел на трафике поваляться. Пошел поваляться. Мимичику, ты что такой хороший? Радость моя, радость. То можно побегать, народу никого нет. Буквально за неделю люди. Ну, как я ждала этого времени, когда все свалят. И мы будем принадлежать сами себе. Ой, блин. Класс. Знаете, я ж тут на днях укроп искала. Но укроп-то искала. У меня была мысль одна. Знаете, какая? У Танькиного мужа-то сегодня день рождения. Я приготовила кое-какой подарок. Там купила бутылочку ром-меля. Это типа ликер такой ром. Танькин муж, он любит, ну, иногда тяпнуть. Раз в неделю, может быть, раз в месяц. Он такой слабенький. Мужской набор там всякий. И, в общем, букет хотела подарить. Укропа. И, в общем, в семью, чтобы. Таньке же зелень нужна постоянно. Она готовит всякие вкусняшки нам, русским девочкам. И вот хотела ей купить, ей, ее мужу подарить букет зелени. Укроп, кинза, петрушка. И как назло, не могла нигде этого найти. Вы представляете? Я вот сегодня поеду, сейчас вот перед тем, как поехать, опять заеду в марокканский магазин. Может быть, все-таки они привезли укроп. Ну, а если нет, у меня есть план Б. По дороге нам встретится магазин. Помните, я ездила туда пару раз за цветами. Там цветы в горшках продают и все такое. И я там помню, тоже на рассаду был укроп. И вот куплю в горшках тогда ему укроп, мужу Танькиному. Вот, вместо букета. И Таня тогда посадит у себя там на огороде, в огород. У нее небольшой огородик есть, укропчик, зелень. Так что вот так. Вот представляете, как назло. Я прям хожу в все магазины, и нету нигде укропа. А я уже размечталась, как я подарю оригинальный букет. Но, видимо, облом. Так, там полицейская машина стоит. Придется сейчас маски надеть. Потому что у нас маски никто не отменял. Пойду немножечко подкрашусь, чтобы быть красивой и все такое. Так что сейчас вы меня видите такой. Та-дам! Совсем другое дело, я теперь красавица. Мужу друг дал, смотрите, всего до всего. Вот это гуаява, уже спелая, кстати. Это мимбрию, айва, баклажанчики, хурма. В общем, сейчас буду разбирать. Смотрите, какая вкусняшка. Гуаява так воняет вообще, она такая вонючая. Но вкусная, мне вот понравилась в прошлом году. Но она такая вонючая, зараза. Друзья, я в поисках этого укропа. Я заехала в марокканский фруктовый магазин. Ну, мужчина там уже знает. Он мне подарил пучочек такой небольшой укропчика, но он такой уже вяленький, знаете. В общем-то, думаю, сейчас все равно мимо проехали. И куплю здесь, если есть. Знаете, вот так вот, когда бежишь, это очень плохо, потому что ни хрена ничего не видишь. Это помидор, так это капуста. Это не то. В общем, ищу. Вот так вот, в поисках укропа для подарка. Как вам? Моя идея. Не пойму, где. Вот тут все время было. Если не найду, спрошу. Я завтра еще сюда приеду с вами. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Вот, мы с вами завтра сюда приедем. И уже все внимательно посмотрим, потому что хочу кое-какие цветы себе домой купить. Блин, укропа что-то не вижу. Та-дам! Кто ищет, друзья, тот найдет укропчик. Так, и знаете еще, какой хочу? Этот, кинзу ей купить. Ей, ну это мужу типа подарок, но очень класс. Танька тут у нас морепродукт. Паэлью готовит. Паэлью и паэль. Кидай. Ну, тут 2 минуты, и оно уже готово. Креветочки. Но у нас, смотрите, как это. Все как положено. Да. Волосянки. Кушать. Чтобы без волосянок. Извините, без перчаток? Так ты ж руки мыла, наверное, да? Зачем? Больше грязи, ширше морда. Не надо ширше морда. Ну, стоило трудов потерять эту морду. Ой, не говори. Завтра опять вернемся. А пока сегодня вот так. Все. Наш скромный стол. Он большой, но скромный. Ну как скромный? Всего до всего. Чего больше еще надо-то? И грибы. А это с чего салат она делала? Мимоза.
А она делала. Она вот она, кстати, сидит, а я думаю. Ага. Это мимоза. В общем, вкусняшки всякие. У Тани, смотрите, как нужно куриц кормить. Во-первых, они едят все, что мы не доели. И надо их вот так кричать. Девки! Девки! Они меня не слушают, Тань. Девки! У меня уже гор... Девки! Девки! Ну-ка, Тань, позови. Девки! О, девки! Гляньте, гляньте. Девки! Идемте, 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 моя хорошая. Да они уже обожрались. Девки! Идемте сюда, дуры. Да они уже наелись. Не говори, только сожрали гам, блин, и говорят, плохо живут за границей. Гамбы едят. Гамбы – это креветки. Да. Вот так вот. Они просто уже, тут каждый подходит, выкидывает, и вот они уже обожрались все. Ну ладно. А молоденькие стесняются. А мы сейчас пойдем чай пить. Да? Сушняк? Да. У нас тут накрывается, смотрите, сколько вкусняшек. Это яблочный какой-то пирог, это какой-то шоколадный. Это что-то вот Ольга делала. Да, Оля, это ты делала? Ольга разговаривает. Вот так вот. И сейчас будет кофе, чай, танцы, потанцуем. Папарацци, папарацци. Ну вот, я за ними, а они от меня. Нормально так пришло. Кирдык-башка. Кирдык-башка. Кому-то. Таня, мы тут устроили фотосессию. Таня, Таня. Вот, и, короче, вот тут разные красивые цветы. Фоточки все будут в Инстаграме. Вот она везде, я везде. Я хочу туда, а она ко мне везде в кадр лезет. Она куда? Она мне всегда звезда. В общем, вот так мы и живем. Вот здесь мы фотографируемся. Потом все в Инстаграме можете увидеть. Можете увидеть... фоточки. Не снимай мои цветы. А видите, она же ревнует. Ее надо снимать. Да. Все, хватит. Я тебя уже снимала в Инстаграм. Пойдем. Ты кусаешь? Кусай, кусай, моя рыба сладкая. Кусает мой счастье. Смотрите, сколько у меня фруктов. И все это мне надавали. Как же это воняет. Вот правда, это не пахнет этот фрукт. Он воняет. Гуаява. Но вкусный. Я в прошлом году его распробовала. Смотрите. А еще мне, ну, муж Тани дал вот нам всем в презент, скажем так, черемоем. Ели такой фрукт? Пишите в комментариях. Понравился вам? У меня есть на канале, как я ем этот фрукт, скажем так. Вот. И как он выглядит изнутри. Но если вы хотите, чтобы я еще это раз сделала, показала вам, то жду ваших, как говорится, комментариев опять же. Такие, в общем, смотрите, сколько их хурму привезли. Но я сегодня столько нажрала, друзья, что трындец капец. Не так много съела всякой еды, как бисквита съела. Такой Гуля нам привезла бисквит вкусный, вообще обалденный, просто шоколадный. И вот этот вот с яблоком, он такой, знаете, я не люблю сухие бисквиты, а этот прям вот какой-то чем-то пропитан, не знаю, в общем, обалденный. Чего ты, мое счастье, чего ты, моя радость. У меня, короче, вот эти тапки совсем уже трындец, их надо выбрасывать. Да, мое счастье, да, покусал. Давай я тебе десерт дам, иди десерт дам. Ну, сел быстрее. Десерт, десерт. На десерт. На тебе чуть-чуть. На, кушай, мое счастье. Вот. И, в общем, сладкого съела много, оторвалась. Так что еще неделю буду сидеть на диете. Я там отложила немного фунчозы себе на завтра. Суп, кастрюля. В общем, да, друзья, как всегда. Ну, ладно, отвела душу сегодня и ладно. Еще мне вот два инжира вот таких есть. В общем, фруктов очень много. Ну ничего, смотрите, например, хурма вот эта, она зеленоватая, ей еще спеть и спеть. Вот это вот я покупала, она, ее можно есть. Это айва, я ее не люблю, муж любит, он ее будет лопать. Не знаю, как он ее слопает, но вот это, зараза, вонючая. Но там она вкусная. Вот смотрите, у птички уже начали кушать. В общем, будем кушать такие сезонные фрукты. Они должны быть вкусными. Я сейчас себе заварю чай, ну, чтобы там поспать хорошо. И имбирь с чем? Имбирь у меня. Имбирь с этим.
с апельсиновыми корками. Вкусный чай. Вот, и в душ сходила, уже буду с вами прощаться до завтра. Моя любимая кружка с Винни-Пухом. Вот, еще туда кину чайную ложечку меда. Вот, хорошо так посидели, отдохнули, душевненько наобщались. Аж, знаете, горло село у меня. А вот, поэтому, так как это ситуация такая, то собираться, в общем, часто не можем. Я что-то не пойму. Наоборот, что ли, повесила шторку или что? Смотрю вот сейчас. Во-первых, она у меня села, когда я ее постирала. Не знаю. Вот. Так, надо бы чаще встречаться где-нибудь, да как-нибудь. Ну, вот хоть так, знаете. Вот. И, в общем, здорово. Воспоминания есть. Будем пережевывать. Сделали много фоток прикольных. Так что, кто не подписан на Инстаграм, ссылочка внизу в инфобоксе. Заходите, подписывайтесь на Инстаграм. Там бывает интересно. Дурачились, как всегда, многое. Я снимала, снимала, потом такая: Таня, ну что ты мне все кадры портишь? Да? Сходил, пописил. Вот. Они, как говорится, да для домашнего просмотра, а не для общего. Ну да ладно. Мы подурячиться любим. Без выпивки, без всего. Вот. Нет, там было, у кого вино, у кого что. Но я под конец тоже настоечки тяпнула. Ольга делает очень вкусную настойку. Знаете, на фруктах таких вот. Сейчас чай достану. Лесных ягод. Очень вкусная настойка. Я вот у нее своровала пару рюмашечек. Она такая слабенькая, но очень вкусная. Девчонки наши, знаете, и на вишни настаивают, делают настойки. И на, в общем, на всех-всех фруктах. Даже наши мужчины попробовали и говорят: ой, что это такая вкусняшка офигенная. Мы такие, как бы они не распробовали насовсем, и потом ее бы не хотели постоянно. Ладно, пишите, как вы провели свои выходные, а мы их провели просто на отлично. Все самое лучшее, всем пока-пока.